Дорогой мой, сделал для тебя все в одном месте. Здесь тебе и в открытом доступе инструкция из 4 пунктов, которые необходимо пройти, чтобы стать гуру крипто мира. Вот полноценный список, который я стараюсь дополнять. Конечно же, он не является прям эталоном инвестиций, потому что, ну, неизвестно, что задумали конкретно против нас, небольших смертных холдеров, большие дядьки с деньгами. Возможно, они уже с AstroSwap выскочили, но я в этом сомневаюсь. На криптопузырях у меня предоставлен большой достаточно список самых упадочных, которые не дали за этот год никакого профита. В том числе биткоин находится в 68% в скидке. Это значит график радуги, в которой, в принципе, постоянно присутствуют в любой отрасли, достаточно амбициозной отрасли, присутствуют рамки жизни какой-то компании, какой-то криптовалюты, какого-то банка. Синие полосы, разделяющие, это обозначающие халвинг биткоина, то есть уменьшение стоимости за добычу, и для этого повышается, получается, стоимость биткоина, чтобы ее было выгодно майнить. Монетка Astra Atlas является игрой. Также в этой монетке сидит охотник, который достаточно активно охотится за такими игровыми монетками. Это крупный фонд Animoco Brands и другие фонды менее популярные, но достаточно тоже крупные. Первые 2% монет продали инвесторам по 2.013 пунктов. И на сегодняшний день это является, если мы посмотрим на хай монетки, то монетка приходила в 0.23 цента и 12 пунктов. Соответственно, на самом пике ее было 160 иксов. Умножая это на $100, это 167536 баксов. Умножая на 100 баксов, это 16753 бакса. AstroSwap на пузырях дал 98% скидку. И насколько монетка сейчас достаточно молода ей. Она стартанула в октябре 2021 года. Посмотрим ее внутренность, сайт и игру. Откроем ее Telegram и Twitter. Это мы находимся на агрегаторе таком, как CoinMarketCap, который отслеживает достаточно большой спектр криптовалют. В Telegram-чате 300 тысяч наблюдателей, без 5 31 тысяча. Потенциалы по этой монетке рассмотрим в конце. Вот так выглядит первая страничка веб-сайта. Достаточно короткая, можно здесь вот полистать по кнопочкам. Выполнена достаточно в каком-то новом стиле. Дизайн, оформление интересное. Это мы сейчас находимся на сайте. То есть приветственная страница. Все достаточно интересно выполнено. The station reported a distress signal last night. They think it came from your dad's ship. The signal? It came from past the outer ring. How is that even possible? His ship has been reported missing for 20 years now. Pretty sure he's not coming back. We go there. We might not come back. Такое, как бы, хочется инвестировать. Интересно. Открываем теперь портфолио Astra Atlas. Twitter Astra Atlas 4860 твитов. С октября 2020 аккаунт уже функционирует и делает твиты. Наблюдателей уже по 315 тысяч здесь. И неплохая активность по твитам, ретвитам и лайкам. Это я сделал скрин команды нашего портфеля. Мы постепенно, получается, выкупаем монетки до того, как они выходят на рынок по достаточно низкой стоимости. Вот смотри, вот одна монетка Boss Fictors стоит 4 цента за одну монету. Другая монетка стоит 8 центов. Другая 3. Четвертая
2 цента. Недавно совсем появилась у меня мысль, как это можно дело монетизировать и дать возможность зайти даже тем, кто не может зайти сюда. Потому что здесь ограничение порядка только вход. Стоит 300 баксов. Планирую с этим что-то порешать и как-то все-таки завести желающих, кто хочет зайти туда. А кто хочет все-таки оставаться на базе децентрализации, то есть когда монетки будут всегда тебе принадлежать, то тут, конечно, только заходить самостоятельно. В общем, с командой двигаемся, вот набрали портфель, вообще всего 7 проектов. Скрин на следующее видео подготовлю скрин всех 7 проектов. Это вот крайние несколько проектов, в которые вошли Binance Labs. Вот в последнюю монетку вообще туда очень зашли именно с игровой сферы, такие как Stalker и Metro. С таких игр они самостоятельно создали этот монету, что они даже, скорее всего, не нуждаются в поддержке фондов. По таблице как двигаться, вот наводишь просто на логотип, символ и нажимаешь на CoinMarketCap, на ссылку. Здесь запечатана ссылка, открывается CoinMarketCap, к примеру, на AstroSwap, раз, и мы попадаем на CoinMarketCap. Открываем, нажимаем на кнопку «More», так как на эфире, если приобретать через контракт эфир, то это будет достаточно дорого. Есть вот контракт Binance BEP20. Если в случае контракта Binance BEP20 нету, необходимо искать способ, как приобретать через другие системы, такую как через Terra Classic, через Solana или эфир. Если ты распоряжаешь комиссией там в 20-30 долларов, то в принципе можешь рассматривать и эфир. Потому что монетка, когда лежит и распечатана на одном контракте, ее проще будет потом продавать, потому что больше ликвидности будет, конечно же, в эфире лежать. На случай, если ты любишь биржи, то открываешь просто на кнопку, нажимаешь рынки. Также у меня есть в описании тоже биржа Femix. Она сейчас в таком правовом праве, что в санкциях не будет участвовать. Здесь доступные биржи — это Kraken, PancakeSwap, Radium, Get.io, ну и другие биржи, LaToken, на выбор можно выбрать. Ранг монетка занимает 493 место и наблюдают за ней 333 тысячи наблюдателей. Гейт, история, монетка вышла, значит, на гейте и сразу полилась вниз. На других биржах монетку эту искать не буду. 98% скидку имеет. Монетка, если с этой точки сегодняшней возвращается на прежнюю свою цену, это порядка 87 иксов. Ну и сейчас большой прогноз, который я сейчас дам. Но заранее благодарю за лайк, благодарю за дизлайк. Если остались какие-то вопросы, пиши в комментарии под видео. От благородных и благодарных пользователей я принимаю благодарность едой, вещами, деньгами, машинами, яхтами, домами, квартирами. И сейчас перейдем к большому самому прогнозу. Это где-то в 0,84 цента, 33 икса. Достаточно амбициозная, которая сидит и молчит сейчас. Молчит и готовится. После того, как будет выстрел, здесь просто будет жесть, что творится. Потому что ты сам видел ролик, даже сам ролик насколько качественный. Ну и по поводу того, какой инвестор здесь сидит, это Animoco Brands. Также Animoco Brands также сидит в Axie Infinity. Если не смотрел это видео, будет в закрепе. До новых встреч.